Качалки мои, всем привет, с вами как всегда я, Сквирти, и знаете, что мы сегодня будем трейдить? Я думаю, вы уже в курсе, вы же прочитали название к видео. Сегодня мы трейдим с вами NFR Zombie Buffalo, и давайте же скорее приступим к этому. Смотрите, ребятки, как она прекрасна, я не знаю, это он или она? Ну, Буффало, наверное, он. Наверное, скорее всего, это он. Смотрите, какой он прекрасненький. У него обломанные рожки. Сейчас выглядит так, как будто он кушает или сосет свою лапу, я не знаю. Очень похоже, очень похоже. Смотрите, вот эта кость, типа, это его хвост. Очень оригинально и классно придумано. Ну что, я думаю, мы можем с вами уже бежать. Уже можем бежать к трейдерам. Смотрите, я от них тут немножко спрятался. Сейчас я бегу к ним и будем смотреть с вами, что же предлагают за зомби Буффало. Совсем скоро у нас с вами будет уже новый Хэллоуин 2020. Очень интересно, ребятки, что же нас там будет ждать. Очень интересно. Там 100% не будет Shadow, 100% не будет Фростов. Кстати, Фрост, по-моему, был не на Хэллоуин, да? Да, я, наверное, ошибаюсь. Но я на тот момент еще не играл. Я еще тогда не играл в Adopt Me. Я не знаю. Фрост у нас из какого обновления? Я, к сожалению, не помню, из какого он обновления. Так вот, я сейчас зачитаю вам, дорогие... А, еще не будет бета. Точно, еще не будет бета. Я сейчас зачитаю вам, дорогие мои, что же мы будем сегодня требовать за NFR зомби БК. Я уже подготовил, как всегда, список. Можете бежать за своими розовыми блокнотиками и ручками. Сейчас я буду вам рассказывать, что минимум будем требовать за NFR зомби Буффало. Так, трейды у меня включены. Пока что что-то нам ничего не... Опа! Прилетает первый трейд. Давайте просто для затравочки, да, для затравочки посмотрим, что мне сейчас будут предлагать. Мне предлагают флайрайд корову и райд зелье. Ну, сразу вам скажу, что это очень-очень мало. Никита погоняла мало. Очень мало. Сосчитайте, ребята, сколько раз я в этом видео сказал слово «мало». Потому что, я думаю, нас ждет очень-очень много таких слов. Итак, ребятки, все, мы сейчас с вами это, конечно же, отклоняем. И смотрим следующий трейд. Сейчас прям парочку секунд, парочку минут, точнее. И я скажу вам, что мы будем требовать. Предлагают райд тукана и предлагают нам шноукэт. Предлагают сноукэт. Вообще маловато, нет. Блин, смотрите, трейды-то летят, значит, NFR зомби Буффало у нас находится... Короче, популярен он. Он у нас популярен. Нет, тот же самый человек предлагает. Мало, все, я зачитываю список, вы готовы? Вы готовы? Я готов. Я зачитываю список. Итак, за NFR зомби БК мы будем требовать сегодня ворона. Далее сову, далее 3 или 4 черепашки, далее фрост, далее NFR гиена и далее NFR слон. Вот все, вот это вот просто минимум, на который я сегодня соглашусь. Просто минимум. Мы сейчас, смотрите, воспользуемся сначала первой нашей стратегией, да? Как мы с вами будем сегодня его трейдить? Мы сначала вот так чуть-чуть отойдем и начнем на нем денсить. Все, денсим. Кстати, ребята, слушайте, опять у меня смысленную мыслью я перепрыгиваю, но сегодня, я не знаю, когда вы смотрите это видео, но сегодня или вчера в Adopt Me выложили новую картиночку у себя в Твиттере и в Инстаграме. Короче, будет какая-то новая локация. Будет новая локация, и это будет какой-то водопад и что-то там. Я, скорее всего, подозреваю, что это будет новая локация, связанная как-либо с динозавриками нашими. Да, долгожданными динозавриками. Очень давно не было у нас обновлений, ребята. Очень давно не было обновлений. Нет, что за прикол? Райд-кошка? Нет. Что так мало? Мало. Очень мало. Нет, ребята, нет. Танцуем дальше и обсуждаем динозавров. Так, нам предлагают следующий трейд, давайте его посмотрим. Как вы думаете, какие динозавры будут в следующем обновлении? Вообще мало предлагают. Чё это такое? Нет, я не согласен, это очень мало. Я даже смотреть дальше не хочу. Возможно, она, конечно, бы предложила потом, в самом конце поставила NFR какого-нибудь диамонт питомчика, да? Но, скорее всего, это мало вероятно. Скорее всего, это крайне...
крайне маловероятно. Продолжаем дентить и смотреть, что же нам предлагают. Как вы думаете, какие динозаврики нас с вами ждут? Как вы думаете? Я просто очень жду динозавриков. Совсем скоро у нас закончится. Ну как совсем скоро? Где-то, я думаю, еще на месяцок хватит нам видосов, чтобы затрейдить всех питомчиков. Я очень жду динозавриков. Очень хочется их потрейдить. Очень хочется сделать их неоновыми. А возможно и мега-неоновыми. Мега-неоновыми. Возможно. Питомцы-то заканчиваются, ребятки. Питомцы-то заканчиваются. Я скоро что буду трейдить? Ну что? Ну, по второму кругу, видимо, пройдем, потому что у нас те питомчики просрачиваются. Да, срок годности у них проходит, у них меняется ценность. Не знаю, как вы хотите, хотите по второму кругу, чтобы я питомчиков записывал или нет? Пока что, смотрите, нам ничего с вами не предлагают. Почему так мало? Ребята, давайте сменим немножечко нашу с вами стратегию и перейдем вот сюда куда-нибудь, вот сюда, вот сюда. Здесь, возможно, нас еще не видели. Ну и начинаем, достаем еще один наш секретный козырь из рукавов и начинаем спамить в чат. Недавно написали в очередной раз комментарий, что значит спамить, что такое спамить в чат, Сквирти, что ты делаешь, объясни, пожалуйста, что такое спамить в чат. Так, пока что не будем спамить, нам предлагают трейд, давайте посмотрим, что же нам могут предложить за НФР Буффало зомби-быка. Так, Flyride Китсунечка. Come on, еще. Еще. Давай. НФР Пчелочка. Так, дальше смотрим. Come on, давай. Не. Отклонила почему-то. Ну ладно. Предлагают Райд Корову. Polar Beer'а. Каталки. Pride Pin. Давненько у нас не было Pride Pin'ов, ребята. Нет, я такое не приму, к сожалению. А может быть и к счастью, я отношусь равнодушно к этим прекрасным значкам. И ничего они не затрагивают, ни на каких струночках моей души они не играют, эти значки разноцветные, да? Нет, к сожалению, такие предложения меня не интересуют. Смотрим следующий трейд. Но О май гад, конечно я соглашусь, ребята. Конечно же я соглашусь, если он, скажет окей. Если он скажет окей, я соглашаюсь. Если он сейчас первый нажмет на галы... Отклонил. Очень жалко. Девочка пишет прив, это моя пчелочка, видимо. А, погодите, авокадо СД? Авокадо СД, это же она мне только что предлагала золотого. Блин, если она сейчас еще раз предложит и согласится, значит, этот трейд нечестный. Нечестный трейд. Ребятки, я видел пару комментариев, что вы пишете, да блин, это твоя подписчица, это нечестно. Ребята, я знаю реально трейдов. Я знаю, на какие трейды трейдились мои друзья, на каких питомчиков они меняются. У нас есть маленький секретный чат, в котором буквально там 5-6 человек, и мы с ними активно ведем беседы, активно анализируем трейды, смотрим, что за что предлагают, поэтому я настолько умный. Потому что один бы я это все анализировать не смог. У меня есть целая команда ребят, которые активно трейдятся, которые активно в этом во всем шарят, и я вместе с ними в этом во всем варюсь, поэтому я знаю ценность питомцев, я знаю, что за них предлагают, и моим словам можно верить на все 100%, потому что в тот момент, когда выходит видос, обязательно его смотрите, я вам говорю самые актуальные цены на данный момент. И я напоминаю вам еще раз, повторю еще раз, на каких питомчиков мы сегодня можем согласиться. Ну и естественно, если нет каких-то питомчиков в этом списке, но они на одном же уровне с теми, которые я сейчас вам скажу, естественно, на них нужно меняться. Нет, это очень мало, мы это отклоняем, к сожалению. Итак, зачитываю еще раз список. И те ребятки, которые еще не нашли, они искали, очень активно искали, но не нашли свой розовый блокнотик, обязательно сейчас записывайте, если не успели. Итак, дорогие мои, мы за НФР зомби-быка можем затрейдить ворона, сову, 3 или 4 черепахи, Фроста, НФР Гиена, НФР Слон. Все, вот на эти позиции мы с легкостью соглашаемся. Но не забываем, дорогие мои, что на галочку нажимает наш оппонент. Первый нажимает наш оппонент. Только после этого... Так. Ну... Чё все убираешь? Чё ты убираешь? Всё, не-не-не. Да что ты делаешь? Камон, что творится?
Ну давай еще неоновую кошку бери, еще одно яйцо поставь. Нет, я на это не соглашусь, это мало. Нет, неоновая обезьяна. Нет, вообще нет, вообще нет. Неоновая, как ее, Snow Cat, очень мало. Нет, извини, пожалуйста, Натали 7393ZX. Ну, вот, давай, и еще одно яйцо поставь, третье. Давай. Так будет идеально. Ну такой... У нас опять от перемены мест слагаемых суммы не меняется, дорогие мои. Нет, я такое отклоняю. Опять Натали то же самое будет предлагать. Даже не хочу смотреть. TheBalt02 предлагает то же самое. Я на такое не соглашусь. Это очень-очень мало. Авокадо SD. По-моему, это пчелка, которая предлагала мне золотого Flyride Грифона. Она предлагает мне Asue Egg. И сейчас по-любому будет писать: это подарок, Скверти. Возьми от души. От души отдаю тебе 4 яйца. Нет, не надо мне от вас подарочков, ребята. Особенно тогда, когда я трейжу новых питомчиков. Не надо мне от вас подарков. Нет, спасибо. Совсем скоро я буду раздавать вам подарочки на 150 тысяч подписчиков. Натали опять предлагает. Что-то нам сегодня очень мало предлагают, дорогие мои. Давайте начнем действовать по новой тактике. По новой тактике начнем действовать. Начнем писать в чат. Мы еще с вами не писали сегодня в чат. Начинаем писать NFR. Ой, трейдинг. NFR зомби буффало. Трейдинг NFR зомби буффало. И поехали. Пока нас не забанил Adopt Me. Просто нон-стопом. Нажимаем. Все, вот забанили. 7 секунд. Ждем 7 секунд. Так, TheBalt02, что ты хочешь мне предложить? Давайте посмотрим. Уже, по-моему, был этот человечек, и мне предложение его не очень понравилось. Да, и сейчас будет лягушка. Давай. Нет, смотрите-ка, шарик. Шарик мне предлагает. Нет, это очень мало. Очень мало. Я опять сегодня сделал орехи с медом, ребята. Слушайте, это просто бомба. Берете, покупаете, ну или скажите родителям, чтобы они купили кешью, чтобы они купили миндаль, да? Желательно обжаренные уже, просто в расфасовку. Просто уже готовые пожаренные орешки. Берете натуральный мед. Не магазинный, а натуральный мед. Найдите человека, у которого есть пасека. Купите этот мед. Значит, у вас будет 3-литровая банка с медом. Обычно они в таком литраже продают. Берете этот мед, берете эти орешки. После того, как купили орешки, обязательно их помойте. Потом можно еще разочек обжарить. Чуть-чуть обжарить орешки, потому что если вы пережарите или перекалите орехи, они будут мертвые. То есть это будут неживые орехи, они будут мертвые. Польза от них ноль. Польза от них зеро будет. Поэтому чуть-чуть обжаривайте, берете банку какую-нибудь. Натали ничего мне не предлагает, что она ждет? Polar Ice. Какой-то новый человечек, давайте посмотрим. Берете банку какую-нибудь небольшую, закидывайте. Опа. На золотого грифона я готов. На золотого грифона, даже не Flyride, в принципе, я готов. Блин, или мало, ребята. Мне кажется, это не норм, ребята. Был бы хотя бы Flyride, вполне возможно. А вы как думаете, дорогие мои? Скорее пишите на премьере в чат или же пишите в комментариях. Я очень жду вашего мнения. Что? Соглашаться или нет? Соглашаться мне сейчас или нет? Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои. Мне кажется, что это мало. И я, пожалуй, отклоню. Нет, я не готов. Нет. Сейчас цена золотых питомчиков крайне снижается, потому что их становится все больше и больше, ребята. А также алмазные питомцы становятся все дешевле и дешевле. Этот трейд у нас уже был. Так, Кейс Манки еще не предлагал. Так, возвращаемся к меду с орехами. Берете баночку. Так, черепаш. Берете баночку, заливаете туда мед. Можно чуть-чуть растопить его на водяной бане. Спросите у мамы, у папы, как там делается водяная баня. Чуть-чуть растапливайте, чтобы он был жидким. Закидывайте туда орехов. Главное, ребята, очень важно, чтобы у вас не было... Нет, это очень мало. Чтобы у вас не было аллергии на орехи. Это очень главное. Спросите у мамы с папой, есть ли у вас аллергия на орехи. Это очень важно. Если у вас есть аллергия на орехи, ни в коем случае их не ешьте, потому что вы можете опухнуть очень сильно, станете красными такими, розовыми и румяными. Не надо. Если у вас есть аллергия на орехи, ни в коем случае их не кушайте. Я сейчас говорю всем ребяткам, у которых нет аллергии ни на мед, ни на орехи. Так вот, закидывайте все эти орехи,
Просто прям вот смесь орехов закидывайте. Нет, очень мало предлагают, олени не нужны. Закидывайте в мед, да? Полностью заливать прям максимум орехов и просто заливайте это медом. Либо уже в мед закидывайте орехи. Короче, это все утрамбовывайте, закидывайте, закрывайте крышкой и ставите в холодильник. На одну ночь примерно, да, чтобы мед подостыл. И потом на следующий день, ребята, это просто пушка! Это просто, это лучшая сладость в моей жизни, которую я ел. Короче, берете, ну потом просто берете и начинаете это есть. Но контролируйте себя, если контролировать не могу, если вы будете много есть орехов с медом, вас разнесет просто до необъятных размеров. Поэтому по чуть-чуть, это очень сложно будет по чуть-чуть их есть. Нет, нам предлагают мало, я отклоняю. По чуть-чуть, но кушайте. Короче, вы когда попробуете, вы сами это поймете, что это... А если вы включите еще и мой видос, вы же знаете, да, что под мои видосы еда и все вкусовые рецепторы усиливаются в 4-5 раз, уже учеными доказано, и проводились массовые анализы этого всего. Точные исследования были там в пробирках, они вот это все вот делали. И 100% вам говорю. Да и посмотрите под прошлыми видосиками комментарии. Вот 100% вам гарантирую, что еда становится вкуснее. Там девочка писала, типа, я ненавижу что-то кашу манную, что ли, утром. А утром включил твой видос, начала есть манную кашу, и она стала сладкой, вкусной. Начала ее хомячить, успела все, посмотрела в мой видос, не опоздала в школу, выучилась на пятерке, поступила в университет на высшее образование, закончила с красным дипломом, нет, предлагают очень мало, устроилась на высокооплачиваемую работу, уехала в Германию жить, что-то меня понесло, нет, все, короче, предлагают нам очень мало, смотреть не хочется. О, ребята, это пчелка, камон, смотрите, какая она, а какая, вот это вот пчела, вот, ребята, вот вы примерно все так же выглядите, как она. Посмотрите. Ты попала в видос, поздравляю тебя! Поздравляю, девочка! Так, авокадо нам еще раз что-то хочет предложить. Давайте посмотрим, что она может предложить за зомби НФР Буффало. НФР пчелку. Нет, ребята, это очень-очень мало. Это крайне мало, ребята. Нет, я не могу на такое согласиться. Ждем обновления с динозаврами. Тогда НФР Зомби Буффало. А еще ждем обновления с новым Хэллоуином. Тогда старый Зомби Буффало станет еще ценнее. И мы затрейдимся с вами обязательно на какого-нибудь Шаду, дорогие мои. Спасибо огромное за просмотр. Особенно огромное спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Обязательно ставьте лайки. Напоминаю вам, кто сейчас не поставил лайк, жмякай на лайк, срочно! Срочно жмякай на лайк! Подписывайтесь на канал, нас с вами скоро уже 150к. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока!